Добрый день всем! Приветствую всех на канале Модное вязание. Сегодня решила вам показать комплектик, который я вяжу, наверное, уже второй сезон, осень, зиму вяжу. Очень хорошо он у меня продается, и это не зря, потому что очень модель удобная, ноская, простая. И пряжа также пухнорочки. Об этой пряже я снимала уже видео по поводу ее качества, ВТО. Можете также посмотреть. Так расскажу про мой комплектик, как его вяжу. Вяжу я его в три ниточки с пухонорки, как вы поняли, с большим ворсом. Три основные, одна дополнительная. Первое, что хочу показать, это варежки. Вот на ручку уже одела, как они сидят, классно, обалденно. С косичкой такой, жгутиком. Вязала тоже с косичками, это все от заказчика зависит, как он захочет. Вот. Вот такая классненькая варежка. Ушло у меня на эту варежку меньше моточка. Это буквально грамм 40. Вот, в три ниточки достаточно теплая варежка, удобная. Далее шапочка. Шапочка вот такая бини. Я, кстати, их уже показывала, как я их вяжу. Можете здесь по ссылочке сейчас посмотреть, как ее связать. Тоже модель очень известная, вы сейчас можете посмотреть, весь инстаграм, по-моему, ее вяжется, от горки и снорки вяжут в основном. Вот, плотность нормальная, подойдет такая на теплую зиму, холодную весну или холодную осень. Вот, с такой макушечкой. Это все вы можете тоже посмотреть в мастер-классе, как ее связать. Вяжется достаточно быстро и очень просто. Ушло на нее ровно моточек ушел пряжи. И к наборчику вот такой снуд. Узор называют еще рис. На него ушло. Вся остальная пряжа ушла. Это чуть больше моточка. Я делала вот такие края. Это лицевые и изнаночные ряды. В начале и в конце вязания, чтобы хорошо смотрелось. И вот, вот такой рисовый узор. У меня вышла высота 30 сантиметров. Очень достаточно удобный, теплый, не сильно большой, но и не маленький снудик. В общем, для тех, кто вяжет вот на заказ в основном, или хочет себе связать, очень рекомендую эту модель. Очень классно. У меня у самой такая даже шапочка, я тоже ее ношу очень часто. Очень легкая, удобная и маленькая, если там с собой можно ее тоже брать. Там сумочку раз, сложили и пошли. Норка — это вообще моя любовь, если вы уже заметили, что у меня очень много мастер-классов из норки. Как только начала с нее вязать, больше никакая пряжа мне не идет в руки. В общем, вот все, что я вам хотела рассказать и показать. Решила, буду иногда вот так показывать то, что я вяжу на заказ девочкам. Может, кому-то будет очень полезная информация. Пишите в комментариях, если кому-то будет что-то интересное. Может, по поводу снудика кто-то хочет, сколько, как вязать, потому что на него я мастер-класс не снимала. Все вам подскажу. Также буду рада новым подписчикам. Комментируйте, лайкайте мои видео. Буду очень много для вас снимать, очень много полезностей. Причем это все бесплатно, не так, как делают многие мастера сейчас. Все продают, все мастер-классы, которые, в принципе, не такие сложные. И все достаточно просто вяжется. Спасибо всем за просмотр.